зимний этап соревнований. Зимний этап соревнований, собираемся. Место старта пока еще собирается. Виталий не поедет, сказал. Выстраиваем мотики. Мотик такой, я много снега навалило. Зацеп внизу есть, но пока ты не докопаешься, уже мотик, короче, бензин заканчивается. Поэтому езда такая очень медленная, размеренная. Победит тот, кто просто выдержит вот эту нудную езду и вечно соскальзывающие ноги с подножек. Вот у кого эти навороченные вот эти вот блатные по 100 баксов подножки, то тому можно отдавать сюда. Да, да. Я кусок трека проехал. Вот эту часть, что катался, трек Вована. Я ее ехал и просто уже устал и дальше не поехал. Давай парк уберем, нахер надо этот парк. Парк почистили, парк бомба. А, тогда ладно, да. Был полчаса назад. Баобабе помогайте ребятам, если кто-то упадет, можно помогать. Там вот такой. А как? Они только страшные. Там пирамида такая. Руслан, да, главный фаворит почему-то не доехал, кстати, кто знает, Колодичанский. Где Макс Горачев? Ну и хорошо, забыли, понятно. Поехали. Он вчера, значит, караоке пошел. Мы все добропорядочные граждане закончили пить 12, а он... Вчера было награждение просто, а он... За некоторых невозможно было выйти. Вот, смотрите, ребята бухали, эндуро Несвиш бухал, мы все приехали, так что. Несвиш же, они вчера в Несвиш уехали, и сегодня опять приехали. Короче, едьте по следам, если потеряли вешки. Короче, вешки, смотрите, места, где не накатано, где треки не накатаны. Очень часто висят вешки. Где треки накатаны, вешки порезы. На прохватах, на спинных вешки редко висят. Но где есть поворот, там вешки учащаются. Если вы проехали 50-70 метров и не увидели вешку, значит, вы потеряли. То есть нет таких мест, где просто там что-то вот нет. Там деревья. Вот. Звоните. Поэтому максимально аккуратненько, безопасно, просто кайфануть. Медали все равно. Те, кто доехал, уже медали получат, а остальное все себе. Так а старт в какую сторону? Старт будет туда. Едем. Куда? Едем. Куда? А, вижу, вот болтает. Смотрите, вижу, вот нашел. Ага. Красными стрелками еще обозначил, где нет. Девка должна у вас быть слева. Нет, вот здесь, на этом участке. Вешка должна быть слева. Кто вот так объехал вешку, и она у меня оказалась не знала, сразу бак спал от Вадима Баковского. Поэтому вот ваше направление. Вот такую делаем петельку, просто чтобы растянуть, определить литеры в трубу, и дальше пойдем туда, на эндуропарк. Зрителям предлагаю сразу пойти на парк, потому что парк будет неинтересно, а на парк вы не успеете дойти. А в следующий раз они окажутся на парке очень, ну, долго. И не факт, что кто-то окажется. Вот туда идите по вешкам и это самое. И там смотри, получается, мы вот так кругом и сюда в эту дорогу выезжаем. Да. Финиш будет у нас там. А, здесь просто финиш. Да, мы, да, да. Здесь да. Просто петлю делаем. А, это вот мы там в лес поедем. Блядь, подходить, по толчок бы сходить еще было, не мешало. Я уже сходил. А видел, я в группу скидывал, чел с малым ехал, малой обосрался. Видел в группе у нас? Ну, чел сидит с ребенком, и он в подгузнике навалил, вылезло все, и вот он засрал, залазал. Ну, батька, видно, сын, малыша не такой там, годика под два ему. Примерно километров 10-12. Она сейчас такая. Через сколько стартуем? Вот здесь вот где-то. Я зачем еще стартую на именно здесь? Именно здесь, да. А дальше, где вешка, там поворот, правильно? Все вешки у вас слева, вы едете, вот держите с левой рукой на вешку, делаете круг, выезжаете на парковку и уехали туда. А, это мы сейчас, какую петлю делаем? Да, делаем петлю просто для того, чтобы просто так. Чтобы на парке было аккуратно, не плетайтесь, не толкайтесь.
На этом треке будет просто масса времени. Кто-то заглохнет, кто-то в снегу закопается. Короче, вот тут объехать можно будет самому медленному. Как там это, сказка или мультик? Черепашка и заяц, да? Да, да. На треке будет присутствовать там в дальней части, через час вашей езды примерно. На вторая рука пушит. Да тут спокойно все будет, потому что там, блядь, в стопарке все будем стоять, там появляться. А где там туалет? Тридцать секунд! Брым-брым-брым-брым-брым-брым. Главное не промазать. Чуть-чуть. 5 секунд! Всем удачи, ребят. Дякую. Погнали, пацаны!
Да ты что, блядь?
Блядь, чуть не попал, шипами вся добротела. Фу, слышишь? Мы не туда свернули, походу. Чего? Ну вот же, смотри. А, все правильно. Блядь, у меня пальцы отмораживаются. Надо об трубу погреть сейчас. Во. Пока вроде за нами никого не слышно. А? Thank you.
лапник мотоцикл. С мотоциклом, сука, стал троить. Вы идете, карп подмерзает, наверное. Думаешь? Да. А, бля, так вы первые идете. Так, блядь, хуёво, сейчас с таким карпом далеко не уедешь. Осторожно, спуск резко. Нихуя зацепа нету. Блять, там не было же стать. Давай вот так вот. Раз, два. И оба. Есть. Давай, пошел. По разметочке сюда вот. Зацепа нет, вообще разрывает нахуй. Надо взад, пацаны, чуть. Я так точно его не вытяну. А? Ну сам я там его не вытянул бы. Фу, блядь, или... Сука.
Налево. А? Вот так вот. И потом ходом. Ебать. Там, видишь, он что? Надо пробовать закидывать его. Не, нихуя. Блять! По свежему еще Русел ехал. Более-менее. На первой мало скорости, на второй, блядь, меня не вытягивает с места. Ну, меня не вытягивает мотик. Со второй. Да попробуй сейчас со второй. Сука, животное. Потянул спину.
теперь мы не валяшка. Фух. Да ну нахуй, сука, заебал, блядь. Животное. Сука, блядь, как не валяшка, нахуй. А-а-а! Ой. Они сюда поехали, вот надо было. Хуй его знает. Заебал, тут китаец. Фух. Заебал, нахуй. Ну что ты надо, нахуй? Заебал ты. Да ну нахуй! Ты чё, ёбнутый нахуй? Вообще, блядь! Блядь, сейчас спину потянул. Thank you.
Фу, как это сделать теперь? Нахуй, тормоза замерзшие, блядь. Блять, никогда у меня нормально не получается. Какая-то дрочь его нахуй какой-то, блядь. Какая-то хуета. Не мое нахуй, наверное, все-таки это. Вечно какие-то поломки нахуй. Хвост бы бросить нахуй, где купить там другой, блядь. Их нигде нету нахуй. Сейчас нахуй догонятся, кому не лень нахуй, сука, это пизда какая-то. То есть тяжек с собой, как обычно, хуй. Ёбаный осел, бля, это пизда вообще, дебил нахуй. Просто, блядь, уникально у меня есть. Это же пиздец. Куда? Туда?
На походу, да? Бля, это пизда, нахуй. Все попропускал, блядь, осел ебаный. Просто осел, нахуй, ебаный. Бля, это пиздец вообще, сука. Как чмошник, нахуй, приеду сейчас. Чего ты не защелкиваешь? Бля, стяжки еще взял такие, что просто пизда. Ну куда мне тебя положить, дура, нахуй? Ну так тоже опасно. Куда, блядь, тебя положить, сука, животное, нахуй? Ебучая тварь ты, блядь. Ну куда мне тебя деть, нахуй? Выкинуть тебя не могу, блядь. Вот так тебя вести. Заглох, пидорас, не едет, сука. Посадил меня на коня, так же вот, троит, пердит, блядь. Сука, стал нахуй, поломался, блядь. Все нахуй опять объехали, блядь. Вот такая ебань вообще. Это дерьмо китайское, отвечаю, меня так заебало, просто пизда. Но им невозможно ехать, только если тошнить нахуй. Пидорас ебучий нахуй. Нахуй, чуть больше ему даешь, и он что-то значит, блядь. Крыло нахуй не хочу кидать, потому что, блядь. Пытался привязать его, сука, блядь. Все хомуты рвутся, как западло, блядь. Все нахуй проехали, блядь. Пизда, нахуй. Блядь, так опасно ехать, так больше ничего не пропороть, нихуя.
рядом, видишь? Вешки должны... А? Чечерил кто-то?
Тут что-то не так. Не, стой! Я там все проехал, там нет выезда. Слышите, парни, не едь туда, не едь. Я тут всю петлю проехал, выезжаешь вот сюда все равно. А дальше непонятно, куда ехать. Так я по ним ехал. Тут круг проезжаешь и сюда возвращаешься. Вот где-то вот здесь должен быть, наверное, дальше выезд, не видно вешек. Ну я только что так вот и выехал опять сюда. Ну давай проедем. Да, я там ехал. И потом выезжаю все равно вот сюда. Блядь. Что такое, блядь, заебёшь?
Эй, блядь! Ёбнуться. Блять, он заебал меня нахуй, мотоцикл говно ебаное.
Замерз нахуй карбюратор, блядь. Сука, тяга. Нахуй, вот, заберете. И стяжек с собой не казалось, как западло. И стяжки ни одной с собой не отказалось. Я какой еду? Сел? У тебя тормоза замерзают? А? Какой-то ебалово. Без тормозов. И карбюратор замерзает, заебал. Постою немножко, пару минут, нормально. Да, тебе... А? Да. Он так позвал, он так... А? 177? Да, тут двухвальный уже, с большими фазами. Ну, 250-ка. Меня же, и что? Я на второй круг, хочешь ездить, блядь? Выбирай первый место. Пизда, нахуй, вообще какая-то. Говори, трасса будет лайтовая, хуй там. Да, я тоже еду, думаю. Я вот там начал пучковать, где-то, блядь, деревья, ну, то есть, типа, прям их должен быть, не деревья лежать. Да. Я вот так вот еще тут... Подведите меня, да.